Добрый день, мои дорогие! Сегодня готовим омлет пуляр. Это самый пышный и вкусный омлет на сковороде. При этом готовится очень просто и быстро. Если вы хотите удивить вашу семью, обязательно попробуйте это блюдо. Оно отлично подойдет на завтрак для вашей семьи. Приступаем к приготовлению. Нам понадобится 4 яйца, соль и 1 чайная ложка сливочного масла. Хорошо вымытые яйца отделяем желки от белков. Аккуратно, чтобы желток не попал в белок. Миска, где будет взбиваться белок, должна быть сухой и чистой. Так и с остальными яйцами. Желткам добавляем немного соли и специи по вкусу. Можно добавить немного молока, чтобы желток был нежнее. Все перемешиваем и оставляем в сторону. К белкам добавляем немного соли и взбиваем в пышную пену. Я взбиваю миксером, чтобы получились плотные пики. Такие вот белки у нас получились. Сковородку нагреваем, смазываем маслом и равномерно распределяем по дну сковородки желток. Сразу к желткам добавляем, равномерно распределяем по сковородке наши белки и накрываем крышкой. Готовим на слабом огне минут 5-7 до готовности. Вот такой вот омлет у нас получился. Выключаем, выкладываем его на тарелочку. Перекладываем на тарелку, разрезаем пополам и складываем одну половинку омлета на другую. Это традиционная подача. Я заранее подготовила пожаренный лук и колбасу. В классическом варианте готовят без добавления каких-либо продуктов. Но у меня любят именно такой вариант омлета. Поэтому мы сейчас его и подготовим. Вот такой вот яркий и красивый омлет у нас с вами получился. Очень вкусный, нежный. Приятного аппетита!